Всем привет, друзья! Вы на канале NurLife. На этом видео буду показывать, рассказывать про биржу Bybit и трейдинг бота, спотового грейд бота, друзья. Вот мои финансы. Вот статус написано. Я тут инвестировал 85 долларов 59 центов. И мой грейд бот дает 2 доллара 17 центов в плюс. И общий парел 34 и 76%. И тем более, друзья, по новостям. 84 410 долларов, друзья. Представляете? Из-за этого я тоже решил видео записать. Сейчас торгуется оно 84 383 доллара. Как в Америке выбрали в кандидаты президента Дональда Трампа, так и биткоин вырос до 84 тысячи. Представляете, друзья, какой хороший для меня, для вас новости. Конечно же, кто держит биткоин в кошельках, у того финансы в норме. Вот, про инвестиции я сейчас расскажу. Да. Вот я инвестировал 85 долларов 59 центов. Вот. И у меня теперь в плюс 2 доллара 17 центов. Вот. Кому интересно такая инвестиция, пожалуйста, заходите, инвестируйте. Тут никаких рисков нету. Только одно есть. Когда вы инвестируете в бота, грид-бота спотового, он забирает чуть-чуть там проценты для себя, и все остальное не... все свое, все мое. Вот, смотрите, куплено, видите, куплено 19, а продажи еще нет. Только робот, мой бот, закупился, теперь ждем продажи. Давайте покажу история. Вот история. Время исполнения, средняя цена исполнения, 70-68, робот заходит продавать 68 и купить 67. Робот заходит 68 продавать и покупать 67 долларов. Количество исполненных, вот, 72, 73, 72, 73, 72, 73. Торговые комиссии, вот комиссии, друзья, торговые, USDT. 0.05, 0.04, 0.04, короче, все разные. Вот. Это история робота, друзья. Он самостоятельно покупает, продает. Вот. Вот. Мне нравится, друзья, робот торгующий, самостоятельный. Вот, если кому интересна такая вот стратегия, пожалуйста, ссылка под видео будет. Заходим, зарегистрируемся, проходим верификацию на бирже Bybit и инвестируем свои средства в бота, грид бота. Не сами просто инвестируем, а просто запускаем бота, грид бота спотового в инвестиции. Поэтому решил вам показать свои инвестиции, свои грид-боты. Вот. А вам решать. Если вы не понимаете в инвестиции, то не влезайте. Мимо проходите. Сначала изучайте, смотрите видео, потом только придете, инвестируйте. А то, блин, некоторые мои друзья рассказывают, блин, вот у меня есть гридбот, инвестиции. Они, а нафиг надо, не надо. Я так заработаю, я это так. Это все обман. Вот поэтому я таким людям говорю. Изучайте, смотрите видео. Пожалуйста. Их я, таких людей, не призываю сюда. А кто позитивный, кто уже понимает в инвестициях, пожалуйста, заходим, инвестируем, получаем прибыль.
Вот. Поэтому я вот увидел на своем телефоне. У меня на телефоне прям светится вот этот грейдбот. И я зашел, посмотрел, оба-на, думаю, биткоин вырос до 84 тысячи долларов. Из-за этого я решил записать вам видео, друзья. У меня на телефоне прям этот грейдбот. Я всегда смотрю, захожу, каждый день наблюдаю. Вот. Когда вот закончится грейдбот торговать, покупать, тогда я и выведу. А вывести здесь вот тут кнопка, друзья. Изменить, вывести и удалить. Ну все, друзья, на этом я заканчиваю свое видео. Всем пока, всем удачи.